Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Zarbas Games. С вами, как обычно, Нео Зар. И это приключение обезьяна. Всем приятного просмотра. Ребят, не забываем, что все серии по этой замечательной игре будут выходить на Дзене. Ни в коем случае не на Ютубчике. Пока Ютуб заболел. И не знаю, поправится ли он вообще или нет. Но сейчас, в принципе, я уже говорил в некоторых видео. Есть кое-какие предпосылки, ну посмотрим, что будет дальше, но стримы, как мне говорят мои коллеги, а коллеги у меня есть много знакомых, также миллионники у меня есть коллеги, говорят, что все очень-очень плохо. Я стримы давно как бы не запускал, но они говорят, что также уже борются с тем, что стримы практически невозможно вести без VPN, или серваки тоже поддаются, там то, что серваки вырубают просто. Вот, так что как-то не очень-то хорошо. Вот, да и как бы тоже мне миллионники сказали, у них очень сильно все просело, и очень все хреново дела обстоят. Блин, как же здесь красиво, а? Смотрите, листики как летят вообще, блин, замечательно. Так что я говорю, что для рядового зрителя это не видно, а вот кто занимается непосредственно, я уже ощутил. Я просто попробовал залить видосик на YouTube, ну, допустим, да, вот первую серию по обезьянке. Так вот, на Дзене, я вам могу сказать, на Дзене я залил ролик буквально, ну, минут за 15, наверное, да. На YouTube он заливался часа 4, наверное. Ну, и сами подумайте, будет кто-то заливать на YouTube с такой расстановкой сил какие-то ролики в дальнейшем. И также вы многие знаете, что я как бы тоже написал, всех российских блогеров отключили от AdSense. Если кто не знает AdSense, что такое AdSense, если вас отключает от AdSense, а это рекламка ваша идет. Я не говорю, что мы много что-то. Ну, и про себя я вообще молчу. Я как бы не блогер, я зарабатываю чуть-чуть другим путем. Вот, но вы думаете, что если блогер отключили от AdSense, это, знаете, какой большой минус его канала? Это то, что он не будет, то есть YouTube не будет продвигать его контент вообще. То есть, если у вас нету AdSense подключенного канала, если кто этого еще не знал, то все, то есть не будет ваш ролик куда-то продвигаться YouTube по алгоритмам YouTube, он просто не будет. Потому что, ну, не надо никому ролику без рекламы, Google просто не будет его продвигать. Так что вот такое вот маленькое лирическое отступление. Так что посмотрим. Так что смотрите, ребята, на Дзене. Вот, все на Дзене. Про Рутюбчик я уже сказал, про это говнище я даже и говорить не хочу. Про VK Play мне кто-то тоже сказал. VK Play — грандиозная площадка, на которой, я не знаю, кто туда пойдет, на этот VK Play. Ну, кто-то уже пошел, кто-то уже там, кому-то уже забашляли, кто-то сидит на VK Play. Ну, там не то, что, я не знаю, там нужно идти со своим возом подписчиков, чтобы вас одни и те же смотрели, потому что других вы не найдете, потому что ни один поисковик VK Play вообще не находит и никогда не найдет. Ну и к тому же, как бы, заграничные мои подписчики туда явно не пойдут и явно там говнище это смотреть не будут. Правда, они мне тоже сказали, что как бы и на Дзене-то не очень хотелось бы смотреть. Заливай на YouTube, а мы тебе закинем по донатику. Ну, посмотрим. Невыгодно даже, если, ребят, вы закинете на донаты из стран, как бы, который не входит в СНГ, то трудозатраты очень большие. То есть 4 часа заливать ролики, ну такое себе. Ладно, это все болтология. В общем, смотрите, ребят, я спрашивал, думаю, что у меня как бы перестали вот эти вот гореть. А оказывается, я на себе шапку нацепил, а здесь еще многое приравнивается к сетам, которые ты носишь. И так что я себя масочку-то убрал, ну не себя, с обезьяны-то. Вот, масочку-то я убрал. Так, и я сказал, что здесь, я чувствую, у нас будет ебстать очень сильно. Также мне ребята написали, что я где-то что-то пропустил, где-то что-то я не знаю. Вот, такие вот, как бы, познания, где-то что-то я пропустил. Я хрен знаю, вот как вот просто отвечать людям, где я что пропустил. Мне сказали, я пропустил какую лягушку. Я не знаю, какую лягушку я пропустил, где ее пропустил, где мне ее искать, я пока что не знаю. Но попробую, наверное, вернуться. Так, что это у нас? Четкие. Это, наверное, хорошо. Но опять же, сет ломают.
Сет ломать я не хочу. Так. Здесь у нас бибизьяна воля. Вот что дает эта воля, блин? Я вообще даже не понимаю, вот где написано что-то про волю, про это. Я хрен его знаю вообще. Так, нужно опять привыкнуть к управлению, потому что я чувствую. Многие любят, конечно, смотреть, как меня будут сейчас здесь ебстать. А меня будут здесь ебстать. И, возможно, ногами, и руками. Потому что я просто ощущаю, что здесь что-то будет сейчас нечистое. Что-то будет грязное, большое, противное. Ну, как-то так. Воля. И камень. Какой-то камень. Так, ну и больше чего. Вижу я здесь вот это вот еще. Если только позвонить. Ну, я вот так вот обычно с ноги просто звоню, как в реальной жизни. Могу так позвонить по мордасу, что мало не покажется. Блин, вот это вот собирание вот этого вот говна, вот это разрушительного, оно просто меня добивает. Ладно, что же, пойдем смотреть бибизьянка. Что нам здесь сейчас по бибизьяню? Ох, ёб твою мать, опять ты. Ой, какой же ты страшный. Thank Mitchaba! Finally then, the three bells sang! Disciples come, I hear travelers approaching my temple, carrying new treasures! Не знаете, он на кого напоминает? Был Восставший из Ада, по-моему, или Восставший из Ада. Помните, там такой вот, который в аду хороводил? Вот прям один в один он. Только у него там это проволока была намотана, по-моему. Фу, блин, с бородавками еще. Ох, вот это рожа. Чё? Кого я у тебя? Так, а это чё? А чё, кто ходит? Нормальное начало. Еще более нормальное начало. Ну, вот это было ожидаемо. То есть от этой атаки ты никуда не уйдешь, ты просто сдохнешь. Самая моя любимая атака в играх. Такого плана. Это прям, ну, вообще прям самая нелюбимейшая атака. Царь Югаев, почтенный царь Цинь-Дзин-Чи. Цинь-Дзин-Чи-Пи. Здесь вот карта когда-нибудь будет. Я, например, даже не знаю, куда возвращаться-то. Где вот мне сказали, что я лягушку пропустил. Я вот хрен знаю, где эта лягушка находится. Вот вообще от слова совсем, я даже не понимаю. А почему у меня... Ну вот они, короче... Ладно. И такая ответочка сразу пролетает, да? Нормально. Да ты сдурел, что ли, совсем? Да ладно, это что-то вообще несоизмеримо, что творится. У него дамаг просто, это какой-то колоссальный дамаг. Я не знаю с ним вообще, что с ним делать-то. Обездвиживание, охрениживание. Я что-то вообще, я даже не понимаю. У меня даже, ребят, пока в голове это не умещается, что можно сделать с этим бочонком. И как с ним вообще это что-то делать? Блин, ну вот это вот то, что они алтари поставили, хрен узнает куда. Мне прям, ну вот добегает. Вот здесь вот нельзя было алтари поставить, чтобы как бы поменьше бегать. Вот зачем это нужно? Давай, макакер. Так, он не раз эту атаку он делает, и два, наверное, да? Да, и два он пропердывает этой атакой своей. Ну вот как от этого отходить? Я вот не понимаю. Во, а тут что творится? Что происходит?
А, подождите, они меня лечат, что ли? Да, похоже, они меня лечат. Ну, просто, блин, просто божественные у него удары. Эти загоны вообще, блин. Он по всей этой, что ли, вообще по всей колодце, что ли, бьет-то? Блять, это просто пиздец. Обезьян, ты будешь вообще что-то делать? Я вообще не понимаю, блядь. Я даже и на босс внимания не обращаю. Где этот босс? Че он, где он делает-то? А, вон. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, как фризит. Ой, как фризит, ребятки. Что происходит? Да уйдет мне животное. Вот этот пиздец вообще был. Но у меня печки уже нет. Я не понимаю, что с ним делать. Ну и я труп. А, нет. Я еще не труп. Блять. Блин, маразм какой-то. Думали, блядь, какое-то убожество, блядь, а не босса, блядь. Блядь, говно какое-то, блядь. Я вообще не понимаю, что здесь делать. Он вообще, он просто непробиваемый, он просто неубиваемый, и я не знаю, что с ним делать вообще. Почему я здесь? Ну почему я вот здесь вот, блядь, и вы... Блядь. Сука, начинает просто уже раздражать, блядь. Сука, блин. Промолчу, блядь. А может что-то сделать я могу? Может оружие посильнее? Нет, вот ничего. А, вот, подожди, изготовить. О, изготовить оружие, смотри, могу. Чё-то бронзовый посох. Атака. Бронзовый посох облаков. А, изготовлено. Может, сейчас получится станет. А это что?
что, я сюда ничего не могу засунуть, да? Ну, я даже не знаю. Ну, я даже не знаю. Скажем, да, зачем повышать сопротивление урона, проведенной сильной мощной атакой. С каждым уровнем талант зачем повышает сопротивление. Как это, блядь, кто это писал? С каждым уровнем талант зачем повышает сопротивление урону. Какому урону? Бум. Усиленной мощной атакой. Понимаю, китайцы писали. Позволяет ускориться. Навык пробужден. Нельзя пробудить. Так, а это что? Потратить очко концентрации мощно атаку. Во время серии быстрой атаки изумрудный может использовать решительный удар. Во время решительного удара изумрудной атаки врагов не получается урона от них. Ну тут опять же как-то... Блять, опять эта крутилка нах сраная. Ничего, скажем, уровень там немного увеличится урон всех комбинированных атак. Понятно. Так, мне что-нибудь нужно. Может, вот это прокачать. Ну, не знаю, сейчас у меня вроде как посох будет новый, но я не думаю, что сейчас это прям будет лекарство какое-то, какая-то панацея. Что я прям сейчас раз и пойду его убивать, блин. Да, точнее он меня будет убивать, блин. Уйди, животное, от меня. Ну уйди ты от меня, животное, блин. Замечательно, блин. Я вообще не это хотел сделать. Я вообще хотел полечиться бегать, блин. Ой, бля, маразм нахуй. По-моему, какой-то здесь баланс, или я что-то не понимаю, или я старый стал, блин. Ну, что-то они здесь как-то, блядь, я не знаю, что они сделали, блин. Что-то, по-моему, как-то не сбалансировано все это дело. Это через то, что я позадротил чуть-чуть, я уровень себе наклепал чуть-чуть, да? А без уровня, здесь что, без клепания уровня, здесь что делать? Охуел, что ли, совсем, блядь, тварь, блядь. Проститутка старая, блядь. Там говоришь? Нихуя не вижу, блядь, что происходит. И сразу такую ответочку, на тебе нахер. Бля, как же фризит, блин. Китайцы делали, да не доделали, я чувствую. Да пошел ты, блядь, сука, уродливая тварь, блядь.
Вот шлепок блядский. Вообще не понимаю, что здесь сделал. Ну, блин, ну вроде дамаг-то получше стал чуть-чуть. Ну, прям на катушку чуть-чуть. О, надо же, я почему-то это... Очутился поближе с ним. Блять, я не понимаю, как здесь работают, блин, сраные китайские перекаты, блин. Блять, это пиздец, нахуй. Как? Я вижу, что он меня начинает бить, я делаю перекат. В нормальных Dark Souls'ах перекат, когда ты делаешь, в тебя не попадает. Здесь же влетает в тебя сразу. Здесь что от этих атак, что нужно делать? Убегать, блядь, просто так? Здесь все нацелено на то, что тебе нужно бегать почему-то. Вот бегать, бегать, бегать. Кстати, почему я сейчас начал здесь как бы воплощаться? Почему раньше там я воплощался, теперь здесь? Как это работает? Вот видели, я сейчас перекат делал? А видели, сейчас я просто получил, блядь, юлей непонятных, блядь. Он ваншотит с двух ударов вообще. То есть вот этот вот первый удар, я даже не знаю, как от него, что от него, что с ним делать, блядь. Блядь, это труба, блядь, какая-то, я не знаю, это маразм какой-то, блядь. Китаец, по-моему, ёбнулся чуть-чуть, блядь. Что вот мне с ним делать? А, вот так вот это работает, да? Пошел в жопу. Блять, обезьян, ты будешь нормально что-то делать? Вот размотался своей этой клюшкой, блин. Бля, и фризы пошли, блин. Да уйди ты своего таргета, блядь. Блядь, пиздец. Такая чушь, блядь. Он вот этих вот маленьких, он в таргет не берет, блядь. Ну и как вот здесь уходить тогда от этой атаки, блядь? Никак? Чем видите, я маловато. Это что за хуйня еще? Нахуй, не ходите сюда. А, это под хил у меня пошел. Он типа собирает всех, я понял.
долго он так будет собирать-то? Ебанутая обезьяна, блядь, не может, блядь, нормально попадать. Происходит, блять, вообще нахуй непонятно, блять. Вообще просто взял меня там утопил, блять, своим говне, блин. Дебил, блин. А, ну да, я про это забыл, про суперовую атаку, блять, хорошую. Ты нахуй от меня, блядь, заебал, блядь. Муфлон, блядь. Бля, как меня бесит эта макака, что он махает своей этой клюшкой. Блядь, он не может остановиться, понимаете? Что он начинает махать вот это вот, его мувсет такой классный. И он остановиться просто не может. Он просто махает и все. Я хочу, чтобы он остановился, а он не может остановиться. Когда его бить, блядь, я вообще нахуй не понимаю, блядь, в этой игре, блядь, что-то, блядь. Заебись. Он, главное, стоит в невдвижимом состоянии, и он как-то сейчас сделал это колдовство свое, и к нему эта хрень тень подтянулась, блядь. Такой загон, блядь. Ну так же все хорошо начиналось, но вот зачем таких боссов делать, каких-то, блядь, вообще неправильных, блядь, вообще я даже и не понимаю, как их даже назвать, этих боссов, блядь. Давай, муфлон, блядь. Ну конечно же, блядь, с первого раза ты меня все сразу меня... Да. Ну это как от тебя убегать-то, а? Ой. Давай лечиться надо. Че, пробежала, блядь? Тыква, блядь. Обычно, блядь, я вовремя запустил все. И собираю просто пиздюлей, блевотина, ой, блевотина, вот это вот блевотина. Цинзимпи, блядь. Или я что-то не понимаю, или я что-то делаю не так, но я вообще не понимаю, что здесь нужно, блядь, как здесь нужно что-то, блядь, его, что с ним нужно сделать, блядь, я невозможно, блядь. Меня начинает это, блядь, убивать, блядь. Ты можешь таргет его взять, макака чудная. Чего у меня ничего не работает, блядь, почему?
тебе, блядь, пиздак, блядь. Сука. Блядь, ну такой дебилизм, блядь, это просто пиздец, блядь. Это... Я, ребят, я не понимаю, что от меня хочет эта игра, блядь. Что я делаю не так? Что не так здесь можно сделать, блядь? Что, как, блядь, что здесь не так? Дамага нету, ничего нету. Урон в тебя просто влетает какой-то бешеный, я не представляю. Увернуться от многих его атак просто невозможно. От слова совсем. Блять, пиздец на. Трудом какой-то, сука, ебучий, блядь. Да, блядь. Нахуй иди. Вот просто иди нахуй. Thank you.
Ой, блядь. Ой, такое говнище. Ой, такое говнище. Какой же ты долгий говнище. О, блин. Это самый мой долгий бой, и он... Ой, бля. Да сгинь ты уже, морда, я тебя уже ненавижу видеть. О, я не знаю, что это такое, но это так извращенно, это так долго, это убежал, прибежал, подхилился, это так долго. Я не знаю, что интересный босс, неинтересный, но по мне он такой, такой он душный, он просто вот на всю голову прям душный, прям наидушнейший вот что вот босс, который я только видел, это просто кошмар. Плюс вот эти вот его атаки, это, знаете, это тоже на дурачка. Вот попадет, не попадет. Попадет, не попадет. Такой он душный. Это просто что-то с чем-то. О, так, смотри, что это такое. Нормально. Посмотрел. Огненная накидка. Пускай все горит, главное, чтобы выжил мой учитель. Отдай мне накидку и сейчас же. Хрен тебе, блин. The great sage borrowed it from Virupaksha. How did it end up here? You must have freed that miserable soul. Oh, such is his end. A tragedy. Так, что из-за огня? Накидка куда мне? А, во. Встал, и что она мне дает? Чтобы использовать артефакт, нажмите RT плюс... Шкала должна быть полной. Чего? Свой уникальный свой здесь использована сила ЦИ. Блять, начинается сила ЦИ. Чтобы использовать артефакт, нажмите РТ плюс. Чё должна быть полная? Что-то РТ какой-то. Чё? Я ни хрена не понял, короче, что нужно здесь сделать. Ну ладно, хотя бы я эту клушу убил, это... О, я только как... Блин, ну как же здесь красиво, бля, вот эти вот листва, вот эти ебучие глаза, блин. Да, красиво-то красиво, но... Это было наинудейшее. Мой босс,
босс файт, и я просидел на нем столько времени, и то, мне кажется, мне повезло. Он просто как-то надо мной сжалился. Так, ну а куда нам дальше-то идти? Мне сказали, что я лягушку какую-то не убил, а вот где эту лягушку искать, я вообще даже, я даже не знаю. Где мне эту лягушку искать? Лягушку-то нужно убить. Здесь дело в том, что я и переместиться не могу. Никуда от слова совсем. Где мы здесь были-то? Мы где-то вот здесь вот начинали, когда нас убивал этот водяной этот хрюндель, блядь. А где вот эта лягушка? Вот где эта лягушка, блядь? Где она может быть? Как вот ее найти, блин? Мне просто написали, говорят, ты лягушку пропустил. Ну вот самый классный. Самый классный вот этот вот коммент, когда мне написали, говорят, ты лягушку пропустил. Где? Не суждено сказать локацию, как туда попасть. Хотя какой-нибудь костер. Лягушку пропустил. И, Нео, ищи эту лягушку, блядь. Где ты ее найдешь, я хрен знаю. Но где им тищи? Здесь же игрушка такая маленькая, что здесь вообще так это легко все найти, что просто, блин, пипец. Ну и что-то я не слышу, что кто-то здесь квакал-то вообще. Там где-то. Хочется просто всех как бы боссов убить, я понимаю. Не хочется мне тоже что-то, чего-то пропускать. Но вот где, ребята, вы если пишете, ну пишите, пожалуйста, как-нибудь посерьезнее к этому делу относитесь. Это что такое? Вот это что, лягушку я пропустил? И все, кончились ваши лягушки. А где? А, может вот здесь какая-нибудь лягушка сейчас? А, во, лягушатина сидит, да. Ёпта. Ты сдурела, что ли, блядь, тварь? Полечиться-то, блядь, зона просто, блядь, для битвы, блядь, существует здесь. Пошла в жопу, блядь. Так, ну и чё, головастик. Я получил головастика. Ну, я просто, блин, Бао Ли Гун Лан. Бао Ли Гун 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 Чу Бун Бун Ла Ля Халь Бун, блядь. Сука, глаза сломаешь, язык сломаешь. Так, теперь мне нужно попасть туда, откуда я пришел. Так, ну чё, головастик я убил. Надеюсь, душнику всех будет довольно. Ну теперь я вообще даже не представляю, куда мне идти дальше. Потом мне что-то сказали мне, я пропустил какой-то алтарь. Тоже самый классный. Самые классные комменты. Говорят, я пропустил какой-то алтарь. Там говорят, ты помолиться забыл.
Где это я пропустил? Я до сих пор не знаю, где я пропустил, что я пропустил, что от меня хотят. Где это макака что-то пропускает? Вроде как везде. Здесь, понимаете, здесь, да, здесь все очень красиво. Вам кажется, что здесь все красиво, но здесь, знаете, все линейно. Ты особо-то никуда-то не уйдешь. Здесь ты бегаешь, по идее, как бы по открытому миру, да. Но на самом деле он здесь не такой уж он открытый, он здесь закрытый мир. Ты по заданному маршруту просто бежишь и все. Вот видите, я хочу туда, например, а туда тебя не пустят. То есть тебе нужно бежать именно по заданному маршруту куда-то. И вот сейчас мне куда-то нужно пробежать, а я не знаю, куда мне нужно пробежать. Вот видите, сюда нельзя пройти. Наверное, куда-то туда можно пройти, да? Ага, и туда нельзя пройти. И вот куда мне здесь пройти, я вот хрен его знаю. Здесь, конечно, блудить можно долго. Может быть, я что-то пропустил. Но лягушку главное убил, и все. Че? А, кстати, где лягушка-то эта? Куда я теперь? Вот сюда, наверное, можно встать? А, ну вот она, лягушатина появилась. Я, правда, не знаю, зачем это все нужно и как это работает. Ну, я пока что не пользовался этой фигней. Ну и самый сложный для меня босс пока что был этот урод, как бы из восставших из ада. Ну он просто душный, мне хотелось его побыстрее убить, а он реально просто очень душноватый. Ну вот просто, ну просто кошмар. Вот его начинаешь бить, а если ты его начнешь бить, то долго ты его не побьешь, потому что он тебя побьет. И у меня по идее вот это вот у нас осталось, то есть сюда мы должны были куда-то идти, да? Вот этот какие-то здесь пещеры, что-то здесь, что-то с чем-то. Ни хрена ничего не вижу, как обычно, когда темно. Все, глаза уже не те, глаза ничего не видят. И хрена знает, может здесь упасть нужно? О, вот что-то, подожди, давай сюда, давай. Это возьмем, это все надо. А у меня, кстати, что, за этого какое душновато? У меня что, даже жизнь, то есть левел не дальний? Куда он бежит, вот мне кто-нибудь скажет. А, ну понятно, куда он. Я знаю, куда он бежит. Знаете, почему он куда бежит? Потому что, видите, красная надпись у тебя перед глазами. То есть. Да хорош ты, блин. А, просто сел геймпад. Вот так вот мы и прибежали, блин. Бежали, и называется добежали. Так, сейчас я вставлю. Блин. Чего? Это кто? Ты что, разговариваешь? Я не хочу, чтобы ты разговаривал, хочу, чтобы ты сдох. Нифига себе, я что-то кого-то сверхъестественного, что ли, замочил? А откуда я пришел? А куда мне идти? Подожди, я пришел оттуда, да? Просто было темно, и я не понял, и как раз и геймпад разрядился. Очень великолепно. Но я отсюда, по-моему, пришел. Я просто хотел здесь осмотреть, здесь нет ничего. Не хватает, знаете, чего-нибудь, чтобы на жопу он что-нибудь повесил такое, чтобы у него освещалось, бывает. Но я не знаю, здесь может просто... Не... Ну, здесь... Ну, возьми ты, ёпот. Горевалка какая-то взяла. Вот видите, я взял горевушку, сейчас горевать буду. Блин, ну вот это вот растопырение пальцев в этой игре, это просто что-то невозможное. Реально, нужно на все кнопки растопыривать, а пальцы, вообще просто жесть какая-то. Во, может, я здесь пропустил? Да не, мне кажется, не здесь. Здесь я нет. Вот такое медитирование, я где-то сказали, пропустил. Ну, где я пропустил? Я хрен узнаю, где я пропустил. А зачем вообще вот это вот нужна медитация в этой игре? Я так и не понял. О, и все. А, нет, не все. Блять, когда блин, интересно, взломают эту игрушку когда-нибудь, а? Я вот с удовольствием просто взял, отдал вот эти вот 4 косаря, чтобы просто вот взломали и шут бы с ней. Чтобы я просто эту сраную дынову не видел. Так, искра. 2 штуки. Ни хрена себе. Это значит, где-то я пропустил, мне тоже там могли так насыпать уровень, да? А это что? Небесные пилюли Тай и небесные лекарства. Чудесные пилюли изготовлены царем отцом Восток на горе Фан, увеличить максимальное количество мана. Ну ладно. Мана у меня сейчас просто, блин, классно стало мана. Мана здесь что-то дает, не помню что. Блин, прям туда он хочет спрыгнуть. С этого великого подножья.
Арарата. Так, куда? Сюда, наверное, да? Ты кто? Да, враги позлее пошли у нас. Да ладно, ты сдох уже. Так, 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 так. Блин, ну началось, а? Интересно, свалиться нельзя? Так, ну что, у меня... О, еще три штучки, да? Давайте прокачаемся. Че, правда, качать, я не знаю. Я что-то как качаю. Че качаю? Выносливость, хреносливость. Че это такое? Первое движение в серии уклонения выполнения большой ловкостью. Че? А, с большой ловкостью. Это, то есть, когда ты бежишь и прямо прибежишь. Обычно идеальное уклонение больше непрерывной серии быстрых атак. Больше не прерывают серию. Так, не прерывают серию, понятно. А вот это что такое? После 6 успешных попаданий первыми 4 ударами из серии быстрых атак, последний удар этой же серии наносит дополнительный урон по области. А сколько он стоит-то? Искры. 2 штуки. Урон по области? А нужен мне? Ну вот это вот я не понимаю, что это за хрень. Я вообще это не использую. Так, подождите. Так, с каждым уроном талант немного увеличит шанс критического удара. Давайте я вот это я дома прокачаю, чтобы мне было полностью. Еще, чтобы крит шел. Ну и все. А, не, еще одна искра была, да? Так, еще одна искра. Ну ладно. Что-то как-то алтарей нет, ничего нету. О, наконец-то. Игра вспомнила, чтобы мне показать. Макака, беги сюда. Ты кто? Че, и так... Так это реально законно, что я так это сделал-то? Что я, правда, сделал, я не понял. Ну, я сильная атака, что ли, ударил? А там что такое? О, там дверь какая-то, подожди. Давай рисовую палочку вставим. Так, о, подожди, изготовить орудие новое. Что, еще что-то могу сделать? И вы меч используется. Ну, а это зачем мне это? А чё, подожди, а вот это чё? Что-то странно. А чё такое X? Посох с двумя змеями. Вот здесь чё. Так, атака 36. Нефритовый клык. Сравнить. Ивовый посох. Атака 40. Но вот это вот дает средний бонус к урону, добивая его ударов в серии или как так. Если бой идет в воде. Но это в воде. Ну, ладно. Подсвихаем, да. Ладно. А изготовить снаряжение даже у меня есть. А зачем мне это нужно? Глава. О! Защита. Избранный наносит дополнительный урон противнику, если тот обездвижен. Сет, что, он прорвется тогда, да? Так, бронзовая маска обезьяны. Как это называется? Как здесь смотреть? Бронза боевой оплоча. Так, прежде. Ну вот это мне вообще прям нравится. Блять, сука.
шелка не хватает. А можно его купить, интересно, здесь есть магазин? Шелк купить. Снадобья. Пряжа. Лотос. Гриб. Все бы, конечно, хорошо, вот все я это сделал, да, но... Классно, конечно, одеяние, но... Но сет прерывается. А какой здесь, что ли, сет-то? Огненное покаяние. Да, сет прерывается, видите? И это не есть хорошо, потому что сет прерывается, это будет не то. Так, открыть, давай, что тут... Ну, сейчас здесь опять будет босс, я так чувствую, да? Да, это опять босс. Они с боссами прямо, они как бы не это... Нещадно. I have rebuilt the temple. Now it's grander in scope. All those monks consumed by the fire. Turn to wandering ghosts roaming in Black Wind Mountain. It was I who granted them eternal repose. I have even restored the charred scriptures piece by piece. But oh yes, I always knew. One day you shall return. Ты чё такой быстрый-то, блин, а? Я думаю, что сегодня нужно закончить уже. Мне что-то как-то. Я просидел, блин, я не знаю, сколько с этой башкой с лысой просидел, так еще одну башку мне под конец дают, да? И я не понимаю, как работает вот эта вот хренатистика. Вот это вот РТ плюс плюс что-то. Как это работает? И она мне не заполнена. Нихрена непонятно. Можно здесь с кем-нибудь побиться, чтобы у меня эта шкала заполнена, чтобы хотя бы я попробовал-то? О. Куда они сиделись-то? А где? А где враги? А как мне прокачиваться? А если хочу позадротить чуть-чуть? Чё, реально, что ли, никого нет? Макак чуть не упал. Ну, я не знаю. То есть, я сейчас просто не хочу еще с одним боссом как бы мутозиться. И чувствую, с ним долго придется мутозиться. Потому что он быстрый. Я просто не понимаю, что вот эта вот за атака, что она мне дает вообще. Вот это я понял, что дает.
ставит каких-то змей, никому не нужных. Как эта херня работает? Так, эффект срабатывает. Ненадолго дает полную защиту от огня и постепенно добавляет очки концентрации. Это артефакт очень старый. Нажмите во время боя. Значительно увеличивает сопротивление огню и дает полную защиту от лавы. Говно вообще не нужно, которое здесь вообще тебе никак не поможет. Зачем она здесь нужна, я вообще не понимаю. Фаталити, бля. Да раз, да ладно, блин. Ну, практически, ребят. Можно его убить. Это даже интереснее. Это не то, что то противное лицо, которое мы там били с вами. Ну, вернее, я бил, а вы смотрели. Но с лицом было все настолько как бы печально, что это просто ужасно. Здесь этого можно убить, это нормально, это адекватный босс, который мне как бы и нравится, можно так сказать. Так, а вот что, он полностью не восстанавливается, что ли, когда мне нужно отдохнуть, чтобы у меня все были вообще полностью показатели-то? А, нет, смотрите, то есть одни показатели восстанавливают, другие нет. Что ж, давайте на этом завершим, нужно чуть как бы отдохнуть от этого, от лысых боссов. Потому что, ну, Лысиандр меня прям залысиандрил по полной. Так что всем спасибо за просмотр. С вами, как обычно, был Назар. Увидимся. Игрушка классная. Вот, босс говно. Вот эта вот лысая башка, блин. Вот этот вот босс мне нравится. Так что увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.